если играешь по чужим правилам. Что ты мне тут сказки рассказываешь? Ты, может, выход знаешь, если такой умный? А вот выход, коллега, там же, где и вход. Из игры пора валить. Ты посмотри, деньги у нас есть, а что толку? В этой стране делать нечего. Здесь алкоголиков и дебилов больше, чем во всем мире людей. Экология ужасная, образования нет, на будущего тоже. Тут без вариантов валить и забыть, как страшный сон. Валить? Да кто тебя отпустит? Ты этот сон не забудешь, потому что он тебе никогда не даст проснуться. У нас есть деньги. Только чьи это деньги, подумай, твои? Ты можешь их потратить, вывести, легализовать, детям передать. Не обманывай себя, не будь народом. Ты в капкане, и он разожмет свою пасть только тогда, когда ты сдохнешь. Мы с тобой можем откупиться от уголовного дела, купить особнячок, машины, нанять детям дорогих репетиторов, но не больше. Ты будешь крутиться в колесе, век воли не видать, а система будет ехать.